Товарищ, товарищ, а куда это нас, это, везут, а? Я бы тебе сказал. На ходу кину гору. Автух не мог понять, почему он здесь, какой из него польский шпион. Веля! Ну? Куда это нас везут-то? На исполнение приговора. Чего? Неужели? А ты думал? А я думал, может быть, они нас в другую тюрьму везут. Помолчи лучше. Феликсу Грому было не до разговора, после допроса болело в груди. Пришили ему связь с этим единоличником Автухом, который жил на хуторе у польской границы и не вступал в колхоз. Феликс говорил с ним всего один раз. О больном отце. Просил лошадь. Здравствуй, Автух. Здорово. Мне надо отца в больницу отвезти. Дай лошадь. Не дам. Иди в колхоз, их там много. А у меня сено не убрано. Видишь, какая туча идет. Не дам. Феликс давно перестал думать про родную деревню и про Менск, где учился в педагогическом техникуме, и даже про свою поэзию, сборник которой уже подготовил к печати в издательстве. Во время следствия на допросах следователи цитировали строки его арестованных стихов, искали в них хитро замаскированную крамолу. Феликс сам должен был подсказать следствию тайный смысл своих сочинений. Это и было бы признание, которого так требовали от него. Так что значит эти ваши тучи? Да ничего. Кроме того, что это тучи. Нет. В поэзии тучи это что-то иное. Скрытое. Так что вы понимаете под этими тучами? Народ поднять хотели? Я не знаю, что вы от меня хотите. Признаешь также, что с дядькой Автухом знаком, что польский шпион. Ну хорошо, я подпишу.
что ты не посидишь спокойно и вертишься, как на сковородке. Да посмотреть где мы. Деревня моя, зеленый луг здесь. Что? Ты же говорил, что городской. На допросе, с Комаровки. Да я жил на Комаровке, когда работал на железке. А родился я в зеленом луге. Да. Вот оно выясняется. А то все рабочий, железнодорожник. Путаете что-то, Шосток? Ничего не путаю. Происхождение из деревни, но рабочий. И это следует иметь в виду. И партийный. Был. А сейчас говно. Был и остаюсь коммунистом. И перед партией чист. В тюрьме за полгода отсидки партиец-большевик Шесток помогал органам выискивать врагов. Угождал следствию, слово в слово передавая ему, о чем говорили арестанты. Шесток терпеливо ждал отмены приговора. Думал, что в отношении его суд пустая формальность. Но на деле оказалось совсем не так. Когда его приговорили к высшей мере с конфискацией имущества, он даже очень удивился. Но тут же подумал, что, может быть, так и нужно. И еще подумал, что главное для него теперь, как и ранее, не раскрыться, до конца исполнить свое секретное обязательство. Теперь подписать протокол, а потом приговор отменят и его оправдают. Судьи своего человека из органов в обиду не дадут. Добрый день. Спасибо вам за вашу проделанную работу. Может быть, чайку? Нет, спасибо. Подпишите показания о вредительстве на железной дороге. Вы, как член ВКПБ, обязаны не противиться органам, а помогать нам в нашей почетной работе. И должны понимать, что органы не ошибаются. Пусть даже кого обвинят несправедливо. Но так нужно, чтобы вскрыть особо опасных лазутчиков, которые проникли в честные ряды партии. Ради интереса рабочего класса, во имя великих идей Ленина, Сталина. Партия оценит все по справедливости и не забудет ничьих жертв. Прошу, подойдите. Подпишите. Конечно, конечно. Готов служить родной партии. Спасибо. Не могут по-человечески. Пропади на пропадом. А тише нельзя? Что тише, тише? Да пошел ты! Ты кто? Фамилия как? А тебе что? Ты что, следователь? Ну, хотя бы так. Ну, Зайковский, так, наверное, записано в твоем говнящем протоколе. Твою мать, да не наваливайся ты, буржуйский хмырь. Валерьянов мало обращал внимания на то, что делалось вокруг. Его двоюродная сестра, после Первой мировой оказавшаяся в Кракове, узнала про судьбу брата, который зарабатывал на хлеб счетоводом в Менске и растил маленьких детей. И однажды он получил небольшую посылку с заграничными штампами. В ней были детские костюмчики,
носки, пакет конфет в блестящих обертках. Большая радость была для его деток. Не прошло и месяца, как под утро постучали в двери. Детские вещи стали вещественным доказательством его шпионских связей с польской разведкой. Антон Аркадьевич не очень беспокоился о себе. Он понимал, что приговор ему вынесен не позавчера, а еще в 18-м. Тогда офицеру царской армии. Гражданин Валерьянов. Здравствуйте, в чем дело? Вперед. Прошу вас стоять на месте. Что происходит? Объясните. Не оказывайте сопротивления органам. Хоть объясните. Готовы? Собирайтесь, гражданин Валерьянов. Куда? Руки. По дороге узнаете. Папа, вперед, давай. Папа, ты куда? Назад. Гражданин, что происходит? Спокойней, женщина, разберемся. Уберите руки. Зайковский был обыкновенным московским грабителем, который спасался от криминального розыска в Минске. Его взяли спящим на вокзале. На следствии добивались признания, что он заговорщик против советской власти. Если бы не сломанная рука, Зайковский кусал губы от боли и растерянности, но ничего не мог переиначить в своей непутевой судьбе. Да. Так точно. Есть. Подпишешь, что польский шпион, что связан с разведкой. Фамилия Млынец, ясно? Нет. Я никогда не был лазутчиком. А тем более каким-то млынцем. Я обычный москвич. Когда-то Шесток усердно работал в депо, считался ударником социалистического труда. Но когда так случилось, что он оказался в тюрьме, то и здесь он тоже старался, прикидывался дурачком, расспрашивал, слушал, давал советы. Филя! Филя! Спишь? Не сплю. Послушай меня. На допросах признайся во всем следователю и подпиши то, что он требует. Так будет лучше для тебя. Могут меньше дать, а могут и вообще отпустить домой. А будешь упорствовать, будет хуже тебе, а могут и шлепнуть. Да. Да. Хорошо. Вот и подумай, хорошо. Хорошо подумай. Наконец-то. Ну что, Автух, как живешь? Ничего хорошего. Все забрали, все. Сделали из меня единоличника. Я в колхоз не хочу. Не хочу. Ты знаешь что? Нужна поддержка. Подпишешь показания, что Феликс Гром завербовал тебя в агенты польской разведки. И что ты ходил за границу. Ясно? Подпишешь, а там посмотрим.
Подписывай. Давай. Ну, вот и молодец. Свободен. Где же вы теперь, неизвестно? Прошу тебя, Господи, не за себя прошу, за деток. Почему же время так жестоко и несправедливо? Остались бедные без отца и матери. На что надеются мелюзги? На добрых людей? Где они, эти добрые люди? Истребляют всех без остатка. Надеяться только на твое провидение, Господи, прошу тебя. Возьми под свою опеку, услышь мою молитву. Прошу тебя, Господи. Возьми под опеку маленьких, беззащитных ангелочков. Гражданин Шесток, на бумаге подпишите, что как будто вы, Шесток Николай Иванович, являетесь участником группы вредителей под названием «Вперед за свободу» ВЗС, которую возглавляет заместитель наркома путей сообщения. Конечно, конечно. Главное согласиться и подписать, а потом на суде все возвратится назад. И меня оправдают. Так? Да, все верно. Судьи, они же квалифицированные чекисты. И они не дадут в обиду людей, которые работают с ними в органах. Конечно, так? Да, прошу. Да, конечно. Вот и хорошо. Спасибо, товарищ. Служу коммунистической партии. Да. Недавний следователь управления НКВД Сурвила не то что автух. Он и в темноте с закрытыми глазами мог определить их маршрут. Сам туда возил таких же, особенно когда служил в комендатуре. Раньше все чекисты управления были вооружены револьверами системы «Наган». А в прошлом году выдали новое ТТ. Ловкие такие пистолеты с черными щечками на рукоятках. Вот так и стреляйте. Он тогда сдал практику на хорошо. А сейчас такую практику будут проходить другие на их затылках. То, что ему много предъявили в обвинении, незаконные методы допроса, бил, ломал кости. Но разве он один? В их управлении так работали все. Старались, не спали ночами, выбивали все, что можно было выбить из арестованных. Купцова застрелил из того нового ТТ, чтобы не бросался с кулаками. Так что как смотреть, как обвинять? В глубине души хотелось надеяться, что накажут не очень. Все же он не контра. Должны же были это заметить. Сейчас вот бросили в одну машину, еще, гляди, бросят и в одну яму. Но даже одинаковый приговор не равнял его с теми врагами народа.
Да, временами он ошибался. Как в том случае с молодой студенткой, которую ему довелось расстреливать. Девушка была уж очень славной. Выстрелил мимо, она все равно упала в яму. Может, перенервничала от страха. Да там и осталась, заваленная следующими трупами. Забыл он тогда на миг, что перед ним прежде всего враг. Открытый враг народа. Может, потому старался уже в следственном отделе. Показал за полугодие наилучший результат. 127 человек подвел к высшей мере, больше всех. И сейчас его самого. Когда-то этого сотрудника Костикова, молодого хлопца, перевели из района в управление тюрьмы. Сурвила учил его тюремной науке и даже посоветовал молодому чекисту, где поискать квартиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то дождались вас. Я перешел в следственный отдел на повышение. Угу. Займешь место помощника коменданта. Да, кстати, квартиру можешь подыскать по улице Заславской. Там хорошие дома. Ага, хорошо. Да. Тяжело придется тебе здесь. Проклятые враги выкручиваются, обманывают следователей. Приходится выбивать показания свидетелей, фамилии, даты, встречи. Ты знаешь, Володя, враги народа очень хитрые люди. Всегда прячутся, врут. Нужны дьявольские усилия, чтобы их выбить и наказать. Ну что ж, парень-то, я вижу, толковый, настоящий чекист. С дороги проголодался? Давай чайку попьем. Ты не против? Не откажусь. Прошу. Выворачивай. Не туда, крути, крути, сейчас сядем. Так, давай подтолкнем. Ты авто, ты Сурвила. По моей команде. Шофер, подай газу. Да, даю же. Давай, ну, раз, два. Взяли. Боец, подай. Раз, два. Взяли. И толкаем, толкаем. Раз, толкаем. Пустите меня, я помогу. Давай. А нужно ли это? Ничего, никуда не денется. Продолжение следует...
Ну что, сидим? Сели, комендант. Может, и я помогу? Все ж четвером. А ну давай, все! Выпрыгивай. Ну, чего сидим? Долго ждать, мать вашу, раз так? А чирить ты себе не хочешь, а? Я приговоренный, мне толкать машину не положено. Как это не положено? А так, Криминальный кодекс РСФСР, статья 147. Прим, тоже читал? Да заливает он. Никакой такой статьи нет. Пусть и нет, все равно не выйду. Хоть удавитесь. Присудили расстрелять, так будь любезен доставить в целости и сохранности к месту казни. Понятно? Сейчас я тебе покажу место казни. Будешь у меня валяться в грязи, как дохлая собака бандитская твоя морда. А что ты начальству скажешь? Вез, да не довез? Падла, ты у меня дождешься. Обоймы не пожалею. Последовательно. Давай, дуй ты последовательно. А там еще буржуй остался? Гвардеец. Да. А ну, вылезай, гражданин Валерьянов. Ваше сраное благородие. Прыгай, давай. Давай. Все вместе. Раз, два, взяли. Раз, два, взяли. Ну, сильнее. Раз, взяли. Ну, вместе. Боец, подожми. Всем сильнее. Давай, готовь, давай. Давай. Мы все молодцы, вы все. Давай. Давай. Ну. Раз, два, взяли. Сильнее. Раз, два, взяли. Давай. Толкайте! Молчать! Дружнее толкайте! Слушатели, молчать! Жалкие рабы социализма! Здесь кишки рвешь, а он как плутон-то воображает из себя, бездельник проклятый! Давайте сильнее, пролетарское отродье! Господи, молчать! Это вам зачтется большевистской пулей! Выходи, блатной! Выходи оттуда! Беспредельщик! Поганый! Толкайте! Усердней! Прислужники троцкистов! Да стрельни ты ему в глотку! Сколько слушать можно? Осужденный Зайковский! Считаю до трех! И выпускаю всю обойму! Один! И... Два! Выпускай, если казенной машины не жалко! Что такое? В чем дело? Что такое? Все, бензин кончился, товарищ помкоменданта. Так, боец, давай дуй в гараж, пусть присылают бензин. Пусть Истякову скажет! Он в курсе! Пусть подъедет, слышишь? Боец, слышишь? Доложи дежурному! Thank you.
Так. Думаете, сейчас пофилонить? Черта с два. А ну, становись, снова толкать будем. Становись, кому сказал! Уперлись! Толкаем! Живее! Работаем! Сильнее! Стараемся! Стараемся! Давай, давай, не останавливаемся! Давай! Никто не отдыхает! Давай! Давай, давай, все вместе, сильнее, сильнее, ну не расслабляемся. Давайте, работайте. Нет, так не пойдет. Если толкать, так нужно всем толкать. А то как бригады. Один калывает, а другие отлынивают. Это кто отлынивает? А то не видите. Вот, буржуй этот. Только за борт держится. Я не держусь. Ну да. А то и не видел. Ради приличия только. Кто еще видел? Единоличник. Видел? Я ничего не видел. А ты, поэт? Может, и не сильно. Все ж в годах человек. В годах, говоришь? Значит, не может. А вредить советской власти может? Сачка пристрелю без разговоров и брошу под колеса. Вот тогда вылезем. Навались! Давай! Взяли! Раз, два, взяли! Ну, 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 ну! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Ай! Ну вот, такую вашу мать. Вот что значит опытное руководство. А то устали они, ослабли. Принудить надо. 10 минут перекур. Рубила? Да. Подойди. Угощайся. Спасибо. За ударную работу при ликвидации ЧП, при исполнении задания объявляется благодарность. Спасибо, товарищ. Гражданин начальник, чтобы это засчиталось, а? Зачтется, зачтется. Спасибо. На том свете. Ну почему на том? И на этом. Я вам предоставлю самую лучшую яму. Сухую, с желтым песочком. Не хуже, чем ударником социалистического соревнования.
Я же не виновен, правда? Вы помните того следователя? Кутасов? Да. Он знает. Я не вредитель. Угу. Ну, известно, не виновен. Если бы ты был виновен, тебе бы на следствии давно кишки выпустили. Кости переломали. И жену бы твою на твоих же глазах. Того. Если бы был ты виновен. А так, спокойно застрелят на сосновом бугорке. И все. Правда? Буржуй! Ты, буржуй, к тебе обращаюсь. Я слышу. Вот. Благодаря моей доброте хотел пристрелить. Еще раньше, а так еще живой. Спасибо. Вот. Не напомнишь, не поблагодарят. Буржуазная невоспитанность. Для своих они очень хорошо воспитаны. Все. Благодарю. Благодарю. Для своих, но не для пролетариата. Пролетарии их враги. Может, мало стреляли? Стреляли немало. Но всех еще не перестреляли. Все за виной гонялись. За доказательствами. И признаниями. Больше бумажки писали. Так а что писать, если сразу видно? Контра. Может, еще и галстук завязывал? Завязывал. Как каждый интеллигентный человек. Вы посмотрите, его арестовывают, а он завязывает галстук. Может повеситься в тюрьме, чтобы уклониться от наказания. Нет, такой номер у нас не пройдет. У нас порядок. Большевистский порядок. У них и мышь не пролезет. А ты помолчи. Ты предатель. Я? Ты. Вот он не предатель, потому что он враг открытый, белый офицер. А ты и нашим, и вашим. Я не вашим, то есть я не нашим. Я служил партии, я большевик. Может, это все по ошибке? Ладно. Разберутся. Ты это... Скажи, и меня? И тебя. Вместе с ними? Да, вместе. В одной яме? Ну, это посмотрим. За мной. Давай, ты туда. Отставить. Все в порядке. Давай быстро все в машину. Скорей. Дали поспать.
Наспишься еще. Подвиньте. Товарищ помкоменданта, все готово. Можем ехать. Поехали. Ходи по одному. Ты, выходи. Ты враг. Вперед. Стой. Ну, на колени. На колени. Ну, ты, бандюга, выходи. Руки назад. Назад руки. Куда назад? Не видишь, рука перебита. Я тебе сейчас вторую перебью. Не трогай. Положено. Расстреляй. Но без рук. Да ты бандюга. Я не бандюга. Я еще больше политический, чем вы все вместе взятые. Вот как? Вот так. Ну, пошли. Ну, вот что. Будут расстреливать. Самого. Чтоб не в этой яме, чтоб ты нам не вонял.
Ах ты говну! Будет еще мне угрожать. Угрожать мне. Выходите два сразу. Ты, белогвардеец, и ты, сраный поэт. Живо! Всех поистребили, сволочи. Выходи. Я, что ли? Я тоже. Ты, выходи. Куда? Зачем? Пошел вперед. Я не предатель, это ошибка. Какая ошибка? Все написано, все подписано. Меня нельзя стрелять, я член партии. Если ты член партии, то какого хрена оказываешь органам сопротивления? Я не оказываю. Ну тогда марш. Марш к яме или тебе помочь? Но это неправильно. Все правильно. Да здравствует советская власть! Да... Пошли. И меня туда? Ну а куда же? У меня отдельной ямы нет. Выкопай. Еще чего надо сделать? Ну давай, я сам. Копай, все равно опоздали. Шофер, неси лопату! Ну что, здесь? Давай здесь. Возьми. Зачем пропадать?
честного работника органов. Что я нарушил? Безвинного врага убил? Да их тысячами убивать нужно! И я старался. 4 года к Октябрьской революции получал премию за ударную работу. И все напрасно! Пожалели врагов, да? Шпионов! Нацдемов, да? И это правильно, скажи! Нет! Это в органы пробрались враги. Понимаешь? Вот это что? Объясни! Они среди нас! Хватит! Что хватит? Лучше помолчи. Нет! Я молчал! Все лето молчал! Как и ты! Как сотни чекистов! И вот это все за это! Эх! Молчи и копай. Я тебе сейчас скажу. Вот ты думаешь, уцелеешь? Ха-ха-ха! Службой откупишься! Хватит! Нет! Придет и твоя очереда, дурачок! Слышишь? Придет и твоя очередь. Молчать! Нет, скажу. Мы пауки в банке. Неужели ты не понял? Узнает Сталин, наверное, этого было слишком много. Добей, слышь. В яму его, ко всем. В этой жизни все очень просто.